Не работает панель приборов. Потухло все. Вот она сейчас должна загореться. Все заводится, все работает. А панель приборов мертвая. Свет горит, фары горят, поворотники горят. Печка работает, подсветка здесь все работает. Здесь не работает. Так, предохранитель все просмотрел, все целые. Потом взял, откинул клемму аккумулятора. И произошло чудо. Все заработало. Вот такой немецкий глюк. Ага. А, чек вот горит, а он не горел. Интересно. Ну, я думаю, почему загорелся чек, потому что я вытаскивал предохранитель при работающем двигателе. И он у меня раза три заглох, двигатель. Сейчас придется ехать в сервис и снимать ошибку так диагностическим компьютером.